Добрый день. Посмотрим, что происходит на звездном небе, а происходит здесь много всего интересного и даже напряженного. Всем знакам зодиака рекомендую следующее. При вот такой жесткой оппозиции со стороны Венеры очень рекомендую всем быть аккуратными со своими финансами. Не забывайте на прилавках кошельки, не забывайте карточку в банкомате, потому что Венера, в ряде прочего, ведает именно финансовыми потоками. Телец. У тельцов в целом ситуация немножко сложноватая такая, потому что три планетки в оппозиции – это счастье то еще. Но в течение этой недели выходит Меркурий из оппозиции, и вам будет немножко легче. Близнецы. А вот близнецам как раз наоборот. Этот самый Меркурий входит в оппозицию к их знаку, поэтому следующая неделя рекомендую быть внимательными с информационными потоками. Не всегда информация, которая к вам будет приходить, будет соответствовать истине. Рак. Такая симпатичная ситуация у Рака. Вот в середине следующей недели в ваш знак входит Луна, замыкает такой симпатичный треугольник. То есть 7, 8, 9 число вот всецело принадлежат вам. У вас будет такая повышенная фартовость. Лев. Вот я бы порекомендовал львам сегодня и субботу-воскресенье быть осторожным, внимательным, потому что Луна будет такую не очень хорошую для вас создавать ситуацию. И вот совет относительно финансов прежде всего вот касается именно вашего знака. Будьте внимательны с деньгами. Дева. Сегодня и субботу, и воскресенье, пока Луна будет в Тельце, прекраснейшее для вас время. Можете реализовывать свои самые такие смелые, интересные фантазии. Весы. Поскольку Венера находится именно в Весах, то эта ситуация прежде всего касается знака Весы. Будьте очень внимательны с финансовыми потоками, что реальные деньги, что виртуальные. Будьте повышенная внимательность, я бы сказал. Скорпион. У скорпионов достаточно симпатичное явление. Я бы рекомендовал скорпионам в связи с хорошим аспектом Солнце-Нептун эту неделю там пару раз зайти в церковь, вспомнить какую-то молитвочку, медитацию. То есть включите более тонкую составляющую, такой элемент духовности. Знак Стрелец. Стрельцам очень рекомендуется понедельник, вторник, пока Луна будет идти в оппозиции, быть внимательным и осторожным с проявлениями своих эмоций. Ну, остальные аспекты так себе. Ваш знак войдет в Меркурий, и это принесет вам какие-то свежие интересные новости, какую-то информацию, которую вы давно ждали. Козерог. Сегодня и выходные будут очень даже симпатичные для Козерога. Луна в Тельце всегда предоставляет Козерогам только хорошие сюжеты. Что касается Венеры, то вот сейчас она наконец выйдет из Весов, и у вас начнутся со следующей недели очень хорошие финансовые движения. Аккуратность рекомендую Козерогам 7, 8, 9 числа. Водолеи. У Водолея все достаточно ровненько, никаких таких вот лишь сильных изменений нету. Единственное, Меркурий уходит из напряженной для них позиции, и со следующей недели какая-то более позитивная информация будет проявляться в вашей жизни. Рыбы. Ну, у рыб, что касается рыб, вот лучше бы Меркурий себе оставался в Скорпионе, и было бы им хорошо. Но, тем не менее, ближайшие три недельки, пока он будет идти по знаку Стрелец, будьте более внимательны ко всей входящей к вам информации. Не всегда она вам будет нравиться. Мало того, не всегда она будет, если можно так выразиться, не всегда люди будут честны с вами. Знак Овен. Переход вот этого самого Меркурия в Стрелец симпатичное для Овна в положение. То есть Овны как раз получат какую-то позитивную информацию, какие-то интересные новости придут к Овнам. Мало того, выход Венеры из оппозиции тоже прекрасная позиция для Овнов. То есть у вас откроются более широко финансовые потоки. И замечательно. Вот примерно такая картинка.